удивляйтесь, это у меня успокоитель, такой звук. Вот и пришло время покупать новый велосипед. Я взял Мангус Бот R 18 года. В магазине, конечно же, Trail Sport. Вот, двухкоронная вилка, ход 200 мм, задний амортизатор. X-Fusion 200 мм. Ну, как-нибудь я сделаю подробный обзор. Вот. Я на нем в следующем году еду в Сочи. Это велосипед, колес 27.5, миньоны, ДХ, максисы, поэтому вот катаюсь тут теперь. Фили я еще на нем не ездил, не проверял, как он трейл съезжает. Вот. Поэтому скоро буду уже проверять. За сегодня сниму два видео. Как я вот в Парке Победы, как всегда. И еду на нем на Воробьёвы горы вечером. Тоже сниму видео. Поэтому всем приятного просмотра. Плавненько идет по ступенькам. Мне нравится. Ушка аж побольше притормаживать, но вот этот звук, это впереди тормоз притирается. Вот. Поэтому сейчас вот покатаюсь минут, ну где-то час, да, час. Сниму видео такое минут на 10, на 15. И поеду домой, поужинаю, а потом уже поедем на Воробьёвы горы. Поэтому вот так вот. Да, вот спокойненько, приятно проходить. Лучше. Конечно, медленнее, но интереснее. Вот. Мне нравятся его колеса. Они 29, 27,5. Поэтому прикольно. Вот эти ступеньки, на которых я как раз хотел проехаться. Вот они уже, конечно, поинтереснее. Тормоза тут четырехпоршневые. Вот я еду вроде мягко, ничего. Неплохо. Можно, конечно, было и быстрее, но у меня сейчас вилка просто под фили настроена, под парк, поэтому будет не очень. А так, конечно, мне нравится. Даже с такими настройками все нормально. Сейчас я планирую поехать наискось. Вот так вот, оттуда вот так, потом так. Сейчас посмотрим. Вот, ну, велосипед мне, конечно, уже нравится. Прикольный. Коронная вилка мне нравится, в принципе. Конечно, у нее тоже есть много минусов, но я думаю, для Сочи, для Красной Поляны это самое то. Фу, нормально. А, ну сейчас я развернусь и прыгну вот в ту сторону. Я думаю, будет интересно, в принципе, попробовать прыгать на двухкоронной вилке. Есть, конечно, риск, что она переломится, но я думаю, ничего с ней не будет такого. Приходится вставать. Вот велосипед, кстати. Надеюсь, вот видно хоть что-то. Поэтому вон. Я думаю, могу. Разгонюсь.
хватит ли у меня скорости, а по цене. Пока я не решаюсь прыгать. Не знаю. Вот мой даунхилл на этом велосипеде первый. Огнеопасный раз называется этот даунхилл. Фу, вообще спокойно. Даже не задумываясь. Вот еще один трейл. Спокойно. Все это делается очень спокойно. Выключай. Сейчас я. Я вот так вот разгонюсь и так вылечу. Нужно разгонка аж побольше. Потому что да, я вот когда прыгал, прям сильно ударился. Берем разгончик. Ну и пошел. Отлично. Как для первого раза на этом велосипеде, я думаю, я нормально попрыгал. Все нормально. Господи, ты напугал. Не забывай, что нам скоро направо. Не тут, вот следующее.